Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем играть в игру The Forest. На этот раз у нас не будет стоять модификация на бесконечные ресурсы, а все потому, что не всем нравится, понимаете, не все понимают ее. И я соглашусь, то, что у каждого человека свой вкус к игре, вот, и ни в коем случае я не могу осуждать тех людей, которым нравится играть без модификации, выживать они любят, вот, и не могу также осуждать тех людей, которые, скажем так, склонны использовать модификации, вот, поэтому я стараюсь сделать приятно и тем, и другим людям, вот, надеюсь, то, что вы оцените мои старания, вот, и то, что они не пойдут зря. Самый лучший способ подтвердить то, что мои старания не пошли зря, это просто-напросто поставить видео лайк. Вот, мне этого достаточно, больше ничего от вас не прошу. Лайки – это главный стимул, запомните. То есть в любом видео, когда вы ставите лайк, появляется стимул делать видео дальше. Даже не столько количество видео влияют, да, действительно круто развитых, на настроение автора, сколько количество лайков поставленных на одно видео. Давайте мы костер зажгем. Отлично. Вам здесь костер зажгем. Прилично. Вот, супер. О, замечательно. И здесь тоже. Все, круто, круто. Я доволен. И будем. Стоп, подождите, подождите. Я же все отключал. Все, вот теперь отключил. Ну, ладно, ладно, три бревна. Три бревна мы с вами поставили, чисто случайно. Ну, с кем не бывает. Правда же, с кем не случается подобная ситуация. Включаем музыку сразу же для энергии. И берем нормальный топор. Конечно, в новом обновлении у нас персонаж как будто этот. Как его там? Баллон, наполненный кислотой. Вот. Внутри у него кислота плескается, то есть он сколько не жрет, у него все время желудок голодный. Пятикантр гребаный. Вот, такое тоже иногда случается. И это грустно. Ну давай на пустую бошку персонажа. Ага. Четыре бревна, да? Ну да. Даже дождик сказал да. Кстати, эту стеночку я застроил, которая у нас в какой-то из предыдущих серий баганула. Да, такое тоже, как я понял, бывает, причем на ровном месте вообще абсолютно. Я даже не понял, как. Вроде бы все строил по технологии, как надо, без багов, вот, без модификаций. И все равно она забаговал, по неизвестной причине для меня. Ну, такое тоже бывает, в принципе, случается. Ух, вы себе не представляете, какой я уставший сейчас. Я кушал последний раз, как бы сказать, во сколько, когда. Попробую посчитать. Ну, часов 10 назад, наверное, кушал я последний раз. Так что вы, наверное, прекрасно понимаете мое состояние, да? Совершенно безумное и сумасшедшее. Ну, я сам, в принципе, сумасшедший. Вот. Справку, к сожалению, показать не могу, потому что веб-камеру не использую. Ну, а так бы показал бы, там все печатями заверено. Вот. Сказали, что я могу неограниченно пребывать на стационарном лечении. Вот. Мои белые друзья в белых халатах всегда мне рады встретить. Вот. Так что, если что, присоединяйтесь. Мы будем вам рады обязательно. Варан. О, варан. Спасибо. Спасибо, что ты со мной. Я всегда тебе был признателен. А у тебя тут есть еще твои товарищи? Варан! Иди сюда! Иди сюда! Собака какая, а? Иди сюда, сказал. Йом! Все. Завалили так завалили, падлу. Завалили. Стоп, у меня же только что в руке топор был. Вот, там, подождите, там еще варан. Его можно палочкой тюкнуть? А? Сволота. Все, короче, уполз. Уполз, паскуда. Чешуйчатый. Чешуйчатый паскуда. Ладно. Прекрасно. И да, мы же строим с вами все
По новому, по европейскому стилю, по багованному. Вот у нас тут баги. А, кстати, слушайте, а почему бы вот этим багом не воспользоваться? Почему бы багом, собственно говоря, не воспользоваться? А? Как бы так правильно поставить? О! Крышу сделали. Оу! Даже варан убежал. Блин. Ну это совсем не камильфо было. Ты чё? Слышь? А ну подбирайся. Все шкурки мне сожрало, понимаете ли. Аккуратно, аккуратно. Играем аккуратно. Аккуратность 100%. Музыка. Играй. Пум. Ну, конечно, музыку запороли разработчики в новом обновлении. Да, я уже заговариваюсь. Разработчики музыку запороли в новом обновлении. Мне это совсем не нравится. То есть она стала чересчур тихая. Если в предыдущих обновлениях она была чересчур громкая, то тут она чересчур тихая. То есть баланса не существует вообще. Его нету. Хера себе их разбросало вообще. Наконец-то дождь перестал идти. Надо вообще поставить себе Templars мод. То этот можете уже... Можете. Можете. Может дождь. Он уже доздал. Вот. Дождь достал. Вот. Нужно прекратить это безобразие. Раз и навсегда. Вот как они же... Слушайте, разбежались-то быстро. У нас там еще одно бревно валяется. Я про него забыл совсем. Надо будет за ним вернуться. Во как. Все. Мы официально теперь от дождика защищены. Экзибит одобряет. Э? Да, точно. И пень тоже. Пень тоже одобряет. Слушайте пня, он вам дело говорит. Вот так. Важные дела говорит. И... Как мы пойдем с вами? Мы, пожалуй, вот так вот будем, да, строить. О! Отлично. А потом дальше опять у нас чистокол идет. Вот раз, знаете, как вот так пускай будет. Вот. Блин. Не все так просто. О! Блин. Ладно. Мы используем радикальный метод такой ситуации. Мы будем строить все от винта. Пожалуй. Почему бы и нет, правда? Ух, как все сложно. Как все чересчур сложно. Сложно выживать по-честному. Очень. Да. Джоп. Все, замечательно. Оу. Расшвырял мне все, как всегда, во все стороны. Просто. Это нечестно. Сколько там еще одно? А у нас 3 бревна осталось, да? Что вполне нормально. Меня это радует. Конечно, у нас проседания уже конкретно идут, потому что очень много объектов было построено за то время, пока мы играли. Но это круто. Оу. Ну-ка, варан. Так, так, секундочку. Так, немножко отвлекся. Сейчас все сделаю. Так, бревно. Так. Так, все прекрасно.
Блин, прогресс идет, однако, мы тут большую поляну вырубили. Что меня очень радует. Аккуратно, аккуратно. Рубим деревца. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Я извиняюсь, что меня отвлекли немножко. Ничего, я ничего поделать не мог. Это случайная ситуация. Вы должны понимать это. Правда же ведь? Вы же поймете. Вы же поймете. Правда? Снова музыка, чтобы энергия была. О, ну такая музыка. Как же без нее можно справиться? Правильно? Никак. Никак. Ответ прост. Ответ прост никак. Ну-ка. Далее. Далее что у нас будет? А ничего такого. И чистокол. Чистокол у нас опять не ставится. Падла такая. Придется деревья рубить. Тогда давайте вот это разрубим, что ли. Разрубим. Срубим. Срубим. Вот будет правильнее выразиться. И кормить нашего персонажа я не собираюсь, потому что он так гнида переваривает все со скоростью пули. Поэтому что он с едой, что он без еды. Выгоднее его кормить песнями из этого, из кассетного плеера. Они хотя бы эффективнее, чем жратва. Че, поймали? Поймали. И наша задача сейчас стенку достроить вот эту. Обязательно. Ох, как раз бревнышко к нам подтолкнуло даже. Сколько там? Не 5 получилось случайно? Да не, вроде не 5. Отлично. Так, какое бы дерево выбрать следующим? Давайте вот это. Конечно, из него могут палочки выпасть. Но будем надеяться, что выпадут из него не палочки, а самые настоящие бревна. Потому что иначе будет совсем все не круто. А крайне круто, это неинтересно, правда же ведь? Правда, правда. Вот, блин. Так, раз, два. Ну ладно, хрен с ним, два бревна еще есть. Значит. Тупая стенка-то, мать твою. Пипец. Ну кто так делает, а? Ну кто так ты твою налево делает? Я не понимаю. Писец. Идиотизм чистой марки. Так, знаете что? Бесконечные бревна. Пошла в жопу эта стена, меня достала. Называется по-хорошему, блин. Все, бесконечные ресурсы отключил. Ну извините, блин, пришлось включить на пару секунд, потому что безобразие полное, вообще конкретное. Так, и теперь кто бы мне еще помог здесь разобраться, где эти бревна валяются-то, остатки? А, вот одно бревно. Так. Фонарик, как всегда, в жопе. Фонарик, как всегда, в самой настоящей жопе. А вот еще одно бревно. Ага, я не против, я только за. Как дальше пойдем? Дальше, я думаю, там надо построить стеночку обязательно. Кстати, костерчики тоже надо поддерживать, чтобы они у нас горели. Ну, будешь что ли зажигать ты костер? Костер зажигаю, он не горит, но при этом у меня персонаж, скажем так, горит. Ужас, ужас, и не объяснить, насколько это все ужасно. Игра, конечно, продолжает меня терроризировать своими ошибками и глюками. Так, у меня там за окном начали сверлить. Как же замечательно, что у нас серия скоро завершается, и я не пойду никому голову сверлить.
как сверлит сейчас за окном. Давайте, Роман, на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.